Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed 4, Black Flag. Авелина, ты еще зовешься ассасином? Как бы ты ни звалась, когда-то я помог тебе, а теперь мне нужна твоя помощь. Пейшенс Гибс, девушка сильная и умная. Ее считают вожаком восстания рабов, и за нее назначена награда. За ней идет охота. Я пытался пригласить Пейшенс в братство, но она не хочет принять мою помощь. Ты же легенда для рабов, даже на севере, в Ньюпорте. Думаю, к тебе она прислушивается. Ее видели на Козьем острове. Лучше всего искать ее там. Твой друг и брат Конор. Постскриптум. Осторожнее в форте и с самой Пейшенс. Знаю по опыту, в страхе она опасна. Может, скажешь, где она все спрятала? Я не знаю. Подумай, я... Что тут произошло? Мы сбежали вместе. Она помогла. Сказала, придет корабль. Но нас нашли. Кто помог? Пейшенс Гибс. Наш лагерь прямо за холмом. Они разграбили его и схватили нас. Ее верно держат там. Белча! Стоп! Фетч the watch! Это что, такая ценная штука? Не знаю. А зачем он нужен? Это тайна.
Знаешь, где Пэйшенс? Кто ты? Зачем она тебе? Я хочу помочь. Скажи, что ты знаешь, прошу. Она боролась, как могла. Ее увели к остальным. Болтаться. Пока не найдем его. Тогда чего же мы стоим? Потому-то я и не Спасибо. Где Пэйшенс Гибс? Исчез остальных. Она с ними. Кто ты такая? Я хочу помочь Пэйшенс Гибс. Там был капитан, командовал. Он еще тут ищет что-то. Он знает, где она. Он послал их. У него много солдат. Тебе придется сперва убить их. Спасибо. Still, say hello to the president. Где Пэйшенс Гибс? Что происходит? Стой, кто идет? А?
где она? Хорошо, хватит! Доктор Джадж заберет ведьму на допрос в Форт Вашингтон. Спасибо. Дьявол, что они сделали? Их кровь на твоих руках! Ты никогда не получишь амулет! Я всегда на шаг впереди! Уведите. Делайте с ней что хотите, но она не должна умереть. И запомните, мне нужен этот амулет. Я убью тебя и отомщу за свою мать! Ты его не получишь! Отпустите! Я с вас со всех шкуру сдеру! Скоро подвезут. Надеюсь, они половину взяли. Что? Это Блейд. В тенях. Stop there! He's mine! Yeah.
Ты кто? Я выведу тебя. Идем. Вот еще. Я не верю тому, чего не вижу. Мерд! На помощь! На помощь! Пленница сбежала! Держи! Хватай! Держи ее! На помощь! Пленница сбежала! Держи! Хватай! Держи ее! Держи ее! Он может быть только в одном месте. Я сам его достану. Отдашь мне амулет, милочка, или хочешь, чтобы тебя осмотрели? Уверяю, все инструменты у меня с собой. Ладно. Спасибо. Все, она ваша. Уверен, вы с ней намучились. Тебе помочь. Я справлюсь сама. Пейшенс! Отстань от меня! Не пытайся снова сбежать. Назови себя. Авелина де Крампре. Из Нового Орлеана? Ты все-таки существуешь. Так что тебе нужно, если не мой амулет? Только ты. Сама по себе. Ты из тех, кто предпочитает девиц? Меня послал друг. Коннор. Он предлагает защиту и обучение. Мадмуазель, верните мой амулет. И тогда можете взять меня как трофей. Тогда идем. Знаешь, куда Джадж дел амулет? Думаю, в круглую башню. Туннель ведет туда.
Настоящие дела. Добрый доктор ведет внизу. Наверху. Он улыбается, как святой. Но меня ему не обмануть. Амулет принадлежал моей матери. Ей, как и ее матери, он давал силу управить себя. И мне тоже. Ведь него... Что теперь? За мной. Как туда забраться? Я покажу. Не торопись. Ты там прыгнешь? Смотри. Стой! Смотри! Я разберусь! Стой на месте! Иди прямо за мной, не отставай! Ты как, справишься? Не нравится! Мы как на ладони! Чёрт! Ничего бы не случилось, если меня самого. Не важно. Я буду осторожна. Вон он! Идем! Надо снова разделиться. Как нам открыть ворота? Смотри в оба. Я буду осторожнее.
Рычаги, платформы, башни повоза, продукты и ловушек. Что это?
Смотри в оба. Я буду осторожнее. Рычаги, платформы. Башни полно загадок и ловушек. Что это? Опустить платформу! Метущейся душе. Слышишь, доктор, что он читает? Это гимн, его любила моя мать. Он верно решил, что это заклинание. Он просто безумец. Иди вперед. Я подберусь с другой стороны. Зажмем его. Я их предупреждал, что у тебя 9 жизней. Придется последнее отнять у тебя самому. Ты обманула меня! Да ну! Это просто побрякушка! Он бессилен! Его сила не для тебя. Отдать жизнь за дикарскую побрякушку. Что это? Неужели ты думаешь, что я так все и выложу? Уже не думаю. Но как? Работает. С ним я вижу. Что? Не мысли. Нет. Все сразу. Всего на несколько секунд. Как раз, чтобы сбежать. Пейшенс, хочешь? Отправиться с тобой в поместье Конора? Почту за честь. Превосходно. Добыча! Лисы, отдай! Вперед! По местам! Держись!
К бою готовы! Жду приказаний! Поднимай!
Ваши страдания окончены. Девали, мы терпим бедствие. Нужно залатать корабль. Полный каждый дюйм! Блин! Нет! Эх! Жду приказаний! Месье Адевали, Мароны считают вас союзником. Агюстен ценит вашу помощь. Не знаю, сколько еще смогу им помогать. Но Мароны — отличные воины. Агюстен обеспечил меня всем, что понадобится, пока я не вернусь к своим братьям. Значит, вы должны мне посылку. Пусть пока будет у меня. Так надежней. Вы не держите свое слово. Я сказал «возможно». И это все. Вы меня презираете. Нет, напротив. Вы сохранили свободу среди врагов, ловко управляя своим незаменимым делом. Я вас очень уважаю, но вы слишком умны, чтобы довериться вам так быстро. Да, вы на редкость умны и любезны.
Раз вы не хотите дать то, что мне действительно нужно, надеюсь, докажете свое уважение другим способом. Я подумаю. Нужно очень осторожно и внимательно проследить за губернатором. Я должна знать, чем он занят. И почему так ревностно блюдет Черный кодекс. От этого зависит жизнь рабов. Понимаю ваш интерес. Я помогу вам. Ради рабов. Быть может, вы не так безнадежны. Вам нельзя идти так. Вот, наденьте это. Трепье раба? К чему это унижение? Хотите, чтобы меня схватили? Унижение? Вы так мало цените своих несчастных братьев? А вы цените хоть кого-то? Или мы все пешки? Вы много хотите. Так нужно. Дело в том, что губернатор де Файе устраивает прием. И представьте, я не приглашена. Для подобного торжества нужно доставить в особняк огромное количество припасов. Это ваш шанс. С ящиком на плечах вы затеряетесь в толпе рабов. А оказавшись внутри, проследите за губернатором. А надсмотрщики не заметят лишнего раба? Или вам безразлична моя судьба? Я не встречала надсмотрщика, который различал бы рабов. И все же, будьте начеку. Вы так же умны, как и сильны. Вы справитесь. Да, мэм. Вот они. Давайте к ним. Осторожнее. Это что такое? А ну, шагай! Ты кто? Я друг. Шутить не надо. Верь. Нас убьют из-за тебя. Прием у свиньи. Ты что, доволен? Быстро встать в строй! Отлично! Ставьте ящики сюда, господа. Хватит болтовни. За работу. К приему все должно быть достойно самого короля. Бездельники. Выпороть бы их всех. Сам удивляюсь, как у меня хватает на них терпения. Болят ноги. Чему жаловаться? Я запомню твои слова. Тихо ты. Друг, стражи часто меняют? Так же, как ночь сменяет день. Спасибо. Если ты друг, докажи, чужак.
Just saying.
Вижу ночной караул. Reste là. Tu feras bien ton compagnie aux asticots. Thank you.